быстренько идем по двум разным магазинам. Walmart и магазин, где продается одежда и украшения. Мы идем быстренько, но вспомнили, что уже совсем скоро у нас будет День Святого Патрика, когда все одевают зеленое. Видите, я тоже сегодня в зеленом одета. Так что я вам сегодня немножко покажу, какие есть мелочи по поводу St. Patrick's Day. Можно купить шоколадные или простые счастливые прелести или счастливые мелочи. Это вообще-то еда. Это вот предлагается вот такой вот завтрак. Я, честно говоря, не знаю, с чего это сделано, но думаю, что из кукурузы. Вот такая вот счастливая еда. Тут за $5 можно купить вот такую рубашечку. Вроде рубашечка, а вроде вообще пиджак почти. А здесь написано, это не просто успех, а это навыки. Поцелуй меня, я ирландец. Не каждый может быть ирландцем. Кто-то должен вести машину. Кто-то должен водить машину. Hey, look at this one. Not everybody can be Irish. Somebody has to drive. Отношение выбрала. Ну, no, Катя. Yeah. Шапка мне немножко маловато, конечно. Зарядничка, я сейчас тебя одену. Yeah. Катьке, а Катьке, по-моему, идет лучше. I'm saying it matches you better than it matches me. Irish dance? No? Я попросила потанцевать по-ирландски. Тут много чего блестящего зеленого. Перчатка вот, пожалуйста. Вот такие украшения. Ну, как вы понимаете, они все очень такие дешевенькие, сделанные на вкус для детей, конечно. Но все равно на один день одеть, почему бы и нет? Почему бы и не поиграться? You know, you can take that off by now. Написано, мне не нужен успех. Мне не нужно везение. Я уже бабушка. О, позитивное мнение такое. А тут просто зеленая футболочка с бабочками. Поцелуй меня, я ирландец, как всегда, да? А здесь написано «Ущипни меня, и я тебя ущипну обратно». Она у нас теперь почти ирландец. Подожди, показать. Yeah. Ну, что такое? А ирландскую песенку будем делать? How about Irish dance? Oh, that's a Russian dance. I know. Uh-huh. Lady music. Все любят ирландскую девочку. А я выбрала себе рубашку вот такую вот. Kiss me, I'm Irish. Today. Поцелуй меня. Я сегодня ирландец. Good luck. А Катюшка выбрала вот такую вот со скелетом. Тут желают хорошего успеха. Mm-hmm. Какие-то наклейки. Она говорит, что это татуировки. Ну, такие, на время, временные.
Ну, по-моему, это все-таки на окно. Катя, I think it's for a window, baby. Rub on. Rub on what? Sentiments. А я сережечки нашла. Вот такие вот за $3. Очень даже красивые. Мне нравятся. Тут просто говорят, мой первый день Сан-Патрика. Только для маленьких. Да? Ой, какая лапочка! Это на ребеночка, ну, наверное, на 3-6 месяцев. Вот можно купить такой костюмчик на Сан-Патрик. Кстати, написано Kiss me. Kiss me — это поцелуй меня. А тут вот тоже на маленькую девочку. Ой, какая ляпенькая. Ой, ребятушки, нет у меня маленького. Сейчас насмотрюсь на красивые тряпочки для маленьких. Пойду к мужу приставать. Скажу, вот, хочу еще одного маленького. Он скажет, ну совсем, Валька, с ума сошла. Ой, ой, тоже его написано. I'm a cutie. Я симпатяшка. А Mac Cutie — это как будто, ну, ирландский симпатяшка. Mommy Little Good Luck Charm. Хорошенькие тоже. Написано. Я щипаюсь обратно. Как вы знаете, Сан-Патрикс Дэй, если ты не одеваешь ничего зеленого в этот день, то можно щипать человека. Но тут предупреждают, что этот человек щипается тоже. Но, правда, она одета в зеленое будет. Да, вот человек, если одет в зеленое, то я не знаю, почему бы ей кто-нибудь ее ущипнул. И даже Little Miss Kitty. Один день в году — ирландка. По поводу Дня Святого Патрика предлагают угадать, сколько же здесь монеток, вот таких вот зелено-золотых монеток, написать вот здесь вот свое предположение, и кто-то что-то выиграет. Сколько тут монеток, как вы думаете? Hey, can I have a smile? If you give me a smile, I'll take your hat off. А по-моему, очень даже неплохо. No, I don't. Вредничка. Kiss me. I'm Irish today. Поцелуй меня. Сегодня я ирландец.